Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочка Яндекс.Маркет, и здесь у меня блоки для унитаза Пурма. Девчонки, беру впервые, кто пробовал, напишите. У меня что-то последнее время Доместос прям очень быстро кончается, испортился. Вот не знаю, как у вас, у меня неделя. Раньше было две, испортился, течет, а блоки текут и хватает на прям гораздо меньшее время. Поэтому решила попробовать что-то новенькое. Здесь 6 блоков, и там совсем бюджетно, вот прям совсем бюджетно, что-то около 300 рублей за 6 блоков. А Доместос получается 300 рублей, 3 блока. Поэтому попробую. Сейчас открыла уже одну упаковочку, понюхала, пахнет классно. Запах прям такой свежести, да, достаточно яркий, насыщенный. Они тут пишут, наверное, германское, да, качество. Не знаю. Посмотрю, потом вам обязательно расскажу, насколько хватает и так далее. В целом, вроде ничего такие. И отзывы неплохие. Девочки, я вам сейчас такое покажу. Набор, который должен быть в арсенале каждой современной хозяйки. Это покупочка в Wildberries. Вот такой вот набор карандашиков от Pink Magic. И здесь у нас, помимо привычного нам классического, очень мощного красного, появляется желтый. Это энзимный карандаш для деликатных тканей. Сейчас все откроем, покажу, расскажу. Всем уже полюбился кислородный пятновыводитель от Pink Magic, сыпучий. Но вот такой формат гораздо удобнее, когда нужно почистить шторы, одеяло, ковры, пятна на одежде, обивки и так далее. Поэтому открываем. Во время учебного года это средство особенно актуально, чтобы убрать следы от ручек со школьной формы, фломастеры, краски, даже пластилин. В общем, все, что душе угодно, и все, чем ребенок может запачкаться. Кстати, очень удобно чистить осенние вещи. Например, какое-то тканевое пальто, которое вы не можете засунуть в стиральную машинку и постирать, светлую осеннюю обувь, плащи, футболочки и так далее. Так, что же у нас за энзимный карандашик такой вот желтенький? По сути, все то же самое, но именно он предназначен для выведения пятен с деликатных тканей. Например, шелк, шерсть, кружево, тюль, которые требуют бережного очищения. И его мы применяем при температуре от 20 градусов. А наш любимый красный карандашик, который мы все уже с вами знаем и любим, он у нас как раз предназначен для более таких стойких загрязнений. Можно работать при высоких температурах. Пробочки, у нас есть подробная инструкция. Намочить пятно от 20 до 90 градусов. То есть от 20 у нас идет желтенький, и до 90 градусов, от 50 до 90 у нас идет красный. Потереть можно сам карандашик тоже, смочить, подождать 10-15 минут. Постирать не обязательно совершенно, можно просто влажной тряпочкой убрать с поверхности, с ткани пятно. Мне очень не хватало именно вот такого желтого, потому что у меня часто образовываются каким-то чудесным образом пятна на тюле. Но дети, сами понимаете. Сейчас будем тестировать. Приступаем. У меня тут мое любимое пальто, как я его называю, с чебурашки. Вот внизу, я не знаю, на что я села, очень похож на пятна от липы или зеленая трава. Стирать такое нежелательно. Это длинное пальто, оно, во-первых, большое, объемное, но вообще, я думаю, оно после стирки будет выглядеть не очень. Поэтому мы будем выводить с помощью красного карандашика здесь пятна. У меня здесь налита горячая вода. А с помощью желтого карандашика, где у меня водичка где-то градусов 28 здесь, мы на вот такой школьной блузочке будем выводить пятно от ручки. Вот. Блузка после стирки, ручка не отстиралась, какая-то термоядерная. Поэтому на помощь нам как раз-таки приходит желтый карандашик для деликатных тканей. Смотрите, он и сам карандашик отличается. То есть он не такой белый, как наш красненький, да, а он с таким вот легким бежевым оттенком. Что мы теперь делаем? Мы обильно смачиваем наши пятна водой. То есть должно быть не влажно, должно быть мокро. Прям обильненько. Вот таким образом, чтобы все как следует пропиталось. Вот так. Пропитывайся. Так, что мы делаем дальше? Можно смочить для верности еще карандашик. И натираем наши пятна до образования пены. Когда вы все делаете правильно, ее будет много. То же самое делаем со вторым пятном и уже с другим карандашиком. У нас здесь ткань деликатная. Поэтому работаем прохладной водичкой, обильно смачиваем, смачиваем карандашик. У нас здесь ткань тонкая, можно подложить тряпочку или полотенчик какой-нибудь, чтобы было удобнее. И натираем.
Здесь тоже образовывается пена, ее просто не так видно на белой ткани, но она здесь тоже образовывается. Сильно тереть не надо, если вы работаете на деликатных тканях, чтобы не повредить ее. А так карандашик ни краски, ничего не съедает, он безопасен для животных, для людей и так далее, поэтому в этом плане можно даже не волноваться. Пока одежда отмокает, перемещаемся в детскую. Здесь у меня тоже много работы для нашего чудо-карандашика. Вот такие пятна, мне кажется, от гуаши, а может быть, от чего-то еще у меня в детской на ковролине. Сейчас мы будем все это дело с вами выводить. Опять же, нам нужно обильно смачивать пятно. Прям обильненько. У меня их здесь много. Что-то возле столика девчонки мои натворили. Но я думаю, это не проблема. И теперь начинаем обильно пятна натирать. Видите, когда все правильно, когда горячая вода, а он эффективен именно в горячий красный карандаш, пены образовывается сразу очень-очень много. Карандашик может справляться с такими пятнами не то, что может, а справляется и подходит для таких пятен, как пятна от кофе, чая, кетчупа, жира, травы, йода, зеленки, губной помады, сажи, ржавчины, тональника на воротниках, девчонки, очень удобно чистить курточки, прям изумительно зимние, чернила на тканях, обувь белую, конечно же, много раз уже мы с вами очищали, это прям дело 2 минут, обивка мебели, напольные покрытия, вот типа ковролина, а также можно им, мы уже, кстати, пробовали один карандаш Кпала, положили обивку машины. У нас один такой карандаш лежит в бардачке, потому что дети – это дети. Все, здесь тоже мы оставляем на экспозицию. Далеко перемещаться нам не пришлось. Вот так у нас выглядит стол. Здесь фломастеры, маркеры, наверное, еще даже пластилин. Поэтому сейчас мы будем его очищать. Я налила еще горячей водички. Вообще карандашики, они просто изумительно подходят для тех вещей и поверхностей, ну, которые мы не можем постирать. Да? А я вам уже показывала, как я на балконе приводила просто в идеальный порядок свой пластиковый подоконник после того, как у меня там помидорки стояли. Он стал просто белоснежным. Очень удобно и быстро. Вот так все натираем как следует. Потом берем тряпочку и просто все это дело стираем. 2 минуты, и у вас белоснежный стол. Берем влажную тряпочку и убираем остатки наших экспериментов. Смотрите, как все быстро и просто. Чистенький столик. А для желтого карандашка у меня есть еще одна деликатная проблема. Так как у меня до сих пор на подоконнике стоят помидоры, то иногда тюль пачкается. Вот такие зеленые пятна. Будем делать все аккуратно. Я снова взяла с собой теплую водичку. Вот так вот окунаем. И прям тихонечко проходимся по зеленым пятнышкам везде. Натерли и тоже оставляем на 15 минут. Можно поверить, наш ковролин. Я думаю, тут тоже все уже отлично. Берем чистую тряпочку и удаляем остатки средства, чтобы не было разводов. Так, вот здесь у нас прям было очень грязно. Ножки намочили. Вот, собственно говоря, и все. Чистый пол, чистый стол, счастливые дети, что мама не ругает их за такие шалости, потому что все это можно с легкостью очень быстро убрать. То же самое с тюлью, протерли чистой влажной тканью и наслаждаемся всем этим великолепием. Проверяем нашу одежду. То же самое. Здесь, кстати, не осталось совершенно следа даже от чернил. Это здорово. Споласкиваем, а здесь удаляем влажной тряпочкой. Вот такая красота получается. От пятен не осталось и следа. Остается только просушить. Блузка тоже идеально чистая. Там, где были чернила, от них тоже нет и следа. И ткань не повредилась. Что Pink Magic, как всегда, выше всяких похвал, со своими задачами справился. Девочки, а какая это экономия времени и денег? Не нужно покупать никакие дополнительные банки, порошки, отбеливатели, пятновыводители и так далее, когда у вас есть одно вот такое компактное средство. И очень здорово, что у них появилась вот эта вот новинка. Я думаю, ее многие оценят. Результат вы видели сами. Я всегда покупаю набором, потому что гораздо выгоднее. И карандашом можно воспользоваться в любом удобном месте. То есть брать с собой в путешествие, в поездки, положить
положить один в машину, парочку обязательно всегда дома. Если есть дача, то один обязательно кладем на даче. С началом учебного года это вообще вещь безумно актуальная. Карандашки просто настоящие спасители. Я уже оценила их универсальность, низкую цену, безопасный состав, очень экономичный расход, безумно удобное хранение, занимают мало места, никаких негативных воздействий на ткань, кожу человека не оказывают, разрушают даже самую стойкую грязь и имеют просто тысячи положительных отзывов на маркетплейсах. Я вообще пользуюсь всей продукцией Pink Magic, уже подсадила на нее всех своих знакомых и родственников, поэтому, конечно же, и вам смело рекомендую, ссылочку оставляю в описании и закрепленном комментарии. В Валберисе здесь много всего интересного, а одежда. Итак, поехали. Так, ну, во-первых, чешки Крис в сад перезаказывала, потому что мало мерки. Заказала вот такой размер 17-27 с небольшим запасом, но они, девчонки, в обтяг, нам такие нужны. Садик, размер 27. У нее явно не 27 размер, у нее 23, но 23 и 24 прям были маловаты. Прям маленькие совсем пришли, даже не натянули. А вот эти вот нормально, с небольшим запасом. И так как они регулируются по ножке, вот тут еще затягиваются, да, потом. Вот здесь резиночки. Они сидят очень плотненько, хорошо. 16-й тоже ей был самый раз размер. И, по-моему, у нас был еще 16, 16,5 и 17. Взяли самый большой, ну, чтобы на год хотя бы хватило. Вот такие вот хорошенькие, добротные чешки. Отзывы тоже были хорошие. По ножке сидят прям прекрасно, несмотря на то, что они кажутся сначала такими широкими. Потом надеваешь, вот эти резиночки фиксируются, и вот этими штучками затягиваются. Бантик уже по факту потом завяжем, и все. Так, дальше, девчонки, повторила покупку. У меня тут все без пакетов, уже все проверяла. Очень много было одежды. Очень много классных джинс сегодня перемерили. И джей. Я себе выбрала вообще крутецкие, сейчас покажу. И все, которые были, они все очень классные. Я девочкам в Телеграм на все ссылки и отзывы оставила. Поэтому, кто на Телеграм не подписан, там все выходит всегда в первую очередь. Подписывайтесь обязательно. Я прям все, которые мы мерила, все ссылки оставила. И написала, какие забрала и почему. Это леггинсы в рубчик, достаточно бюджетный вариант. И нам так понравились они, как сидят на Ксюшке. По посадке, стройнят здорово. Все подтягивают, подбирают животик, все отлично. Точь-точь такие же заказала, размер, девчонки, М. Я их прям с этикеткой оставлю на весну, потому что сейчас, ну, ей хватит на весну гонять. Очень крутые, пока такая цена, взяла вторые. Так, дальше что у нас здесь с вами? Распаковываем. А, это еще одни леггинсы, дошли мне наконец-то. Теплые, просто теплые леггинсы. Я такие каждый год ей беру. Они периодически имеют свойство протираться. Вот размера, к сожалению, здесь у нас с вами нет. Обычные черные леггинсы с чебурашкой внутри. Вот. Вот такой вот мех. Просто вот прям совершенно обычные. Бюджетные совершенно тоже там 200-300 рублей. Где-то вот так пока они стоят. Взяла зимой гонять. Тоже осенью, вернее, холодной пригодится. Дальше давайте начнем с Ксюшкиных джеггинсов. Они такие прям, ну, джинса. То есть не тряпка. Не тряпка, они джинса. Вот эти очень добротные. Некоторые есть подешевле были, некоторые подороже. Мы остановили выбор на двух. Почти черные, темно-темно-синие. Вот такие. Так, по-моему, я и 42 размер все брала. М-ка. М-ка. Я уже тут запуталась, где от чего пакет. В общем, они в таких пакетах тут были. Где от чего, уже не знаю, девчонки. Классика. Просто вот обычно очень круто сидят. Высокая посадка. Тоже все подтягивают. Подтягивают попку. Очень, кстати, красиво. Мне прям понравилось, как они сидят. Классные, суперские. Вот кто носит в обтяжечку, пожалуйста. У меня джинсы будут немножко из другой категории. Я заказала такие бананы, не бананы, не знаю. Но, в общем, классные тоже. И вот эти вот, они по цене самые дорогие оказались. Но они нереально крутые, девчонки. Они еще плотнее. Тут прям такая, не знаю, джинса это не джинса. Но, в общем, качественная джинса. Здесь вот такая приколюха на поясе. Вот такая интересная. Кармашки. Все рабочее. Так, и тут у нас какой размер? 42-й, по идее, я все брала. Если я не ошибаюсь. 25 вот написано. Хлопок 80%, полиэстер 5, бамбук 15. Состав-то какой. На этикеточке нету размера больше никакого. Что-то тут непонятное на маленькой. По-моему, я и 42-й все брала. Во взрослых отделах уже, потому что в детских дребедень всякая. Они крутые.
Они вот такой цвет, во-первых, моднючий. И еще внизу, смотрите, как они сделаны. Здесь бабочка, и сзади, получается, они немножко подлиннее. По второй штанине все то же самое. Бабочка, а сзади немножко подлиннее. Плотные, прям плотненькие. Сейчас на осень очень хорошо. Резиночка сделана круто. Так, ну вот внутри какие они такие. Прям здорово, мне понравилось. На них сидят прям очень стильненько, модненько. Сзади кармашки тоже рабочие. Прям класснючие. И мои. Я уже в Телеграм девочкам тоже показывала, как они на мне сидят. Ну, нереальные. Нереальные, очень классные. Вообще суперские. Так, этикеточка. У меня 52 размер. 52-54 он, по-моему. Но на размер больше мерят. Больше мерят карманчики. А вот это я не знаю, вытащу, не вытащу. Пока не решила еще веревочку. Они такие должны быть. Свободные, свободная посадка, моделька, но вот в карточке товара потом посмотрите. Очень качественно все сделано. Тоненькие, правда, тонкие. А осенью уже надо будет что-то пододевать, но я не смогла удержаться. Они нереально крутые. Мне так понравился этот принт. Еще запала на одни подобные со звездами. Но вернула, потому что вот эти самые дорогие оказались. Вернула, потом попозже, скорее всего, закажу. Они похожие, тоже серые, тоже выполнены в таком же дизайне. То есть, поняли, да, бананы. Очень крутая, девчонки, посадка. Очень стройнит. Вот прям нереально. Смотрится шикарно, хорошечно. По росту они мне как раз, у меня 1,69 м. И попочку. Так, что у нас тут? Ну, сзади как бы все обычно. Цвет мне очень понравился. К низу они сужаются, но внизу они не в обтяг. Они так не носятся. Они везде по длине всей ноги свободны. Очень удачный крой. Сидят просто изумительно. Я давно такие джинсы хотела. Наконец-то мне на просторах Валберис попалась. Я заказала 6 пар разных. Разных цветов с разным принтом. Вот, но остановилась именно на этих. Тут такие нашивочки вот классные. И вот тут тоже такая красота. Это прям суперская вещь. Я очень довольна. Покупочки Валберис. И здесь у меня открыла, но доставать не буду, потому что все что-то там сыпется. У меня здесь перлит. Буду пересаживать свои хлорофитумы. Это, значит, перлит, по-моему, и вермикулит. Набор был. Вот как он выглядит. Отзывы было, что приходит пыль. Ну, мелковатый, конечно, нормально. Для хлорофитума нормально. Жду еще землю специальную и хочу их попересаживать сейчас. Это что это такое? Это обогатители, удобрители почвы, чтобы она более рыхлой была, более плодородной, более полезной для растений. Не только для цветочков домашних, но и для овощных культур и так далее. Так, дальше у нас здесь атласы, контурные карты. Атлас 5-6 на 5-6 класс, а контурные карты в наборе на 5 класс. Взяли 2023 года на собрании. Вместе с девчонками решили по географии, да, учитель уже требует. Потому что вот в этих от 23 года в них новые территории уже. Поэтому взяли такие. Открывать, показывать не буду. Как бы кому надо, ссылочка будет. А вот такие папочки. Это Крис в детский сад. Им теперь нужны папки для работы. Они начнут заниматься, учиться с этого года усиленно. И у нас попросили папочки со скоросшивателями. Здесь в наборе 5 штук. Очень-очень бюджетно, девчонки. Вот этикеточка у нас с вами со скоросшивателями. 5 штук. Файлов в папках нет, то есть это просто папочки, они есть разных цветов, вот тут можно подписать ребеночка. В общем, прикольный такой наборчик, папки такие всегда пригодятся. Покупочки Яндекс.Маркет и Озон. Яндекс.Маркет, как всегда, мой любимый кофе Жардин, то есть любимый кофе всей нашей семьи за 150 грамм. Чаще всего там самая адекватная, самая бюджетная цена. Кофе действительно классный, терпкий, бодрит, вкусный, замечательный. Так, дальше. Озон. Здесь патчи. Была очень классная акция, девчонки, за 290 рублей можно было урвать 4 упаковки патчей. Мои девочки из Телеграм тоже таких набрали, сказали, сроки хорошие, мы все думали, почему же такой аттракцион неслыханной щедрости, да? Там 100 бонусов давал продавец, то есть заходишь в магазин к продавцу, а так они 392, 4 пачки патчей по 60 штук. Это бренд Bio Aqua, как-то так. Вот, по срокам годности 3 года, до 26 года, да, срок годности вроде как в порядке. Сейчас открою, покажу. И повторно беру подушку, нам очень понравилось, за 300 рублей, девчонки, шикарные подушки с гречневой лузгой. У нас вот такая вот светленькая, светло-серая сейчас в детской лежит, и вот эту я взяла мужу в машину. 300 с небольшим рублей, 306, 312, смотри, какая расцветка. Расцветок много, подушки плотные, то есть они такие
высокие, хорошенькие, набиты плотно, есть молния, но там прям дополнительного чехла внутри никакого нет, то есть там сразу лузга, ну, судя по серой, вот такую же черную взяла, все супер. Вот она подушка, ткань хорошая, классная, суперская, все замечательно. И вот они патчи, 4 вида. Представляете, счастье-то какое, все в пленку еще запакованы. Ребенок подушку сделал, сказала, будет его. Вот такие хани-пич, то есть это у нас медовый персик, я так понимаю. Здесь есть этикетка на русском. Ага, гидрогели с экстрактом персика с пептидами, представляете? Тут, по-моему, на вот этой этикетке на родной срок годности надо тоже поискать. Интересно, потому что они-то там наклеили на самих патчах. До 2026-го, да, вот печать стоит. Слушайте, ну вообще круто. Так, вторые вот такие. Тут, по-моему, этикетки на русском нету. Какие-то зелененькие, синенькие. Здесь есть этикетка с пептидами голубой меди. Видали? Вообще теперь уклеится. И тут тоже есть этикеточка у нас. С золотом. Ну, конечно же, золотые с золотом. Так что вот так, девчонки, можно урвать. Поэтому, кто на Телеграм не подписан, подписывайтесь. Там очень много полезностей публикую. Ну и на этом все. Мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе, в том числе и на чудо-карандашики Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока.